За моей спиной находится железнодорожный вокзал. Мы вчера находились во время съемки вот на этой 16-этажном недостроенном здании. С него, вот самого верха, где вы видите подъемный кран, мы вели съемку. А когда стемнело, оттуда, из-за вокзала, вот в направлении из-за вокзала, вот он находится. Смотрите, видно, да? Вот оттуда, вдалеке, взлетели огоньки. Как выяснилось, сегодня это был град. Снаряды легли вот здесь, вот в этом вот жилом микрорайоне. Третий Восточный, я все время забываю его название. Вот в третьем Восточном районе. Я не знаю, что добавить для тех, кто сомневается, но очевидно, что с территории, которую контролирует украинская армия, идет обстрел. Что здесь обстреливали, я не понимаю. И да, стреляют ополченцы из городской черты. Скорее всего, я лично этого не видел, но по моей информации есть такие факты. Не отсюда. Но отсюда не было. Мы вчера 2 часа находились на этой крыше, и отсюда точно не было никакого огня. Ближайшие позиции ополчения находятся далеко отсюда. Тот, кто упрекает меня в том, что я называю ополчение ополчением, извините. Я, к сожалению, к счастью, то есть говорю как есть. Я не видел здесь пока что вообще регулярных соединений российской армии. Я вижу здесь местных мужчин, которые взяли в руки оружие. Да, это разный контингент. Есть уголовники, есть просто жители. В основном ополчение пополняется теми, у кого разрушено здание. Вот такие вот разрушения пополняют ополчение. Ополчения здесь не было до тех пор, пока не появилось разрушение в городах. Вот, все. Продолжается везде. То есть слышна канонада постоянно. Вот сейчас опять короткое затишье. Должно возобновиться. Но при этом ходит общественный транспорт, вокзал. То есть люди, скорее всего, отправляются с вокзала. Вокзал работает. Люди едут по своим делам. Город живет. Вот люди ходят, никто уже не обращает внимания ни на какие обстрелы, ни на что. Полный город людей. Слышишь, вот это выходят эти градинки. Можем? Да не, не пойду. Я не помню. Соседей убило. Как, сегодня ночью? Нет, не ночью. Пошли утром кормить собак на Октябрьске и миной накрыло. Это в основном по Октябрьскому, да, все делать? А 11-го что было там, ужас вообще, боится. Столько домов разбабахали. А сейчас тоже разбили там и база, и все на свете. Да, вот мы сели уже в маршрутку, которая движется в направлении центра. Уезжаем отсюда поскорее, потому что по ощущениям, по звуку снаряды совсем близко начали укладываться. Ну, не хочется лишний раз рисковать. Спешим поскорее слить видео, которое наснимали. Смотрите скоро.